сначала мы попробуем связаться с моим коллегой, нашим общим коллегой Геем Иваром. Что мне подскажет режиссер, готов ли выйти Гея с нами на связь? Вроде бы готов. Гея должен находиться на Пушкинской площади, насколько я понимаю, в данный момент. Гея, привет, как там на Пушкинской? Маша, здравствуй. Мы продолжаем наши праздничные включения. И вот сейчас мы находимся на Пушкинской площади. Мы приезжали сюда, когда нам нужно было поддержать Кашина, когда нам нужно было заступиться за Химкинский лес. И, конечно же, мы приехали сюда поделиться своей радостью в наш день рождения. Вот за моей спиной люди простые, отдыхающие, которые проводят свой досуг на этой площади. Мы всем раздали шарики, наши красивые розовые шарики. Они все этому очень рады, терпеливо ждали, когда мы включимся. И вот мы наконец-то включились, ведь у нас все так пунктуально. И вот, к сожалению, половина из них уже разошлась. Но все очень довольны. Мы всем рассказали, что у нас сегодня первый день рождения, что мы такие юные, маленькие, амбициозные, но при этом искренние, честные. И они нам, наверное, поверили, раз уже сидят здесь полчаса и не уходят, потому что обещали. Вот. А так, погода хорошая. Хорошо, что не февраль, а апрель. И, по-моему, у меня уже сгорел нос. Я тут на солнце немножко спекся.